Билл Мюррей, ты не должен стоять рядом с этим. Let it snow, let it snow, let it snow. Итак, судя по тому, что реакция на третий эпизод Toon Sandwich набрала достаточно большое для моего канала количество просмотров, то, естественно, я решил вернуться к истокам, как я и обещал. Конечная супергероя Бой. Почему-то он, правда, назван. Хотя он называется Super Hero Bowl Toon Sandwich 1. Я когда-то давным-давно делал на вторую часть Toon Sandwich реакцию. И вот совсем недавно делал на третью часть, которая для некоторых вышла удачная, для некоторых вышла не совсем удачная. И по вашим заявкам я постараюсь в этот раз обойтись без пауз и без перечислений героев, которые вас бесят. Я имею в виду перечисления, а не сами герои. Поехали. С чего же, собственно, все началось? Не, на самом деле я могу... Ну, на самом деле я буду перечислять некоторых персонажей, но только на ходу. И в этот раз я, наверное, читать субтитры не буду. Так, Питер Паркер. Hey, I'm not putting anything on until you tell me where I am. Ow! Okay, I'm putting it on. But only because I want to. Непонятно, то ли Том Холланд. Скорее всего, не Том Холланд. Oh my god. Так, почему-то он... Что-то он меня здесь лагает, не понятно почему. И плюс еще надо звук чуть-чуть добавить. Собственно, это прикол. Гладиатор. Тринити. Лига справедливости. Мстители. Индиана Джонс. Гимли. Принцесса Лея. Ну, вообще-то все герои. Без пауз обратите внимание. Стартрек. Кирк и Спок. Мел Гибсон, Храброе Сердце, Лара Крофт и Люк Скайуокер, X-мены, ну Люди X. Это нечто лучше, чем Спарта. Побег из Нью-Йорка. I kill you. Thank you, my father, prepared to die. I'm Federal Agent Jack Bauer. These initials aren't big enough for the three of us. Для меня лучшим Джеймсом Бондом будет только Дэниел Крейг. Yeah, I hear that a lot. Том Круз. Draw. You draw. Well, it's not my best work. Начинай. Там было написано что-то про начинай, я видел. You draw. А, типа... Yeah, I hear that a lot. Draw. Игра слов от английского draw. Рисовать или вытаскивать. Имеется в виду пистолет. Клинт Иствуд. Well, it's not my best work. Джона Бандера и Рассен. Он же а разве вибраниум не должен как бы поглощать все это, нет? Кристиан Бейл тащит. Уж прости. Епикаем, мадам, пока. Это читерство, чувак. Ты идиот. Алая ведьма и черная дама. Фла!
Мистер Фантастик. Или нет? Нет, не Мистер Фантастик. Мистер Фантастик, он это... Он умеет растягиваться. Даже. Ну, Крил. Ты полу. Полу инопланетян. Судя по тому, что у него отец. По канону Звездных войн. That's why I shoot first. Time to die, replicant. How dare you, sir? Get off my playing field. Рей. Судья Дредд и Робокоп. Hasta la vista, babies. Железная Арни. Get away from me if you wanna live. Сара Коннор, что с тобой не так? Дракарис. Дейнерис. Come on. Да ладно. T-800, meet Mark 46. Oh, I hope this can be buffed out. Он не должен был говорить после таких ударов. See you later, Terminator. Эрин Рипли. You mated with a space slug? Ну, не совсем. Your master cannot help you now. Судя по третьей части. Use the force, Ray. Let go. Чувак, то, что ты призрачный гонщик, ты не можешь сказать о призраках. I'm coming, Scarlet. Небольшое примечание. Билл Мюррей, ты не должен стоять рядом с этим. Я тебя прошу, Билл Мюррей, отойди от нее. Это самое худшее, что могло произвести 2016 год. Уж поверь мне. Так, я сейчас звук выключил. To get there. I hate bugs. Puny human. Вот тебе босс Прайм. Это фантастик. Ой, тьфу ты какой, доктор Манхэттен. Ты все время путаешь. Зря ты ненавидишь доктора Манхэттена, очень зря. Нормально ты читерский персонаж. Bloody hell, he's popped nearly everyone. Doctor Manhattan, if you truly believe life is meaningless, there's only one way to prove it to yourself and everyone else. Your logic is sound, Professor. Профессор, профессор, я. Серьезно? Зачем нужно было делать? So, it's down to us then. Please. Дэдпул как бы бессмертен, поэтому вы его хрен убьете. Thanks, Dr. Jones. You know that bats eat spiders. I always saw you as more of a fruit bat. Respect your elders. Чувак, это человек без суперспособностей, но с большими деньгами. What kind of program are you? The Jedi kind. Чувак, это не особо хорошая программа. Это худшая трилогия Звездных войн, из которой я видел только 7-й эпизод. Сразу, кстати, вспомнился ролик от Твигла, по-моему, это аниматоры назывались. Там, короче, где Индиана Джонс против Лары Крофт. Funny. The last person to whip me also wore leather. В принципе, сама вот эта анимация очень сильно напоминает тебе анимацию от Двигла. Версус называется. Everything I own is bad-shaped. Get with it. What's the point? They all have body armor, healing abilities. Вы должны быть вместе. What do we have? Лара, ты не обязана быть в группе. Go tomb raiding with me sometime. С мистером Смитом. The next tomb I raid will be yours, Jones. Сила против силы, почему нет? Stop.
You will remove your clothing and weapons. Honey, do I look weak-minded? Рэй так не работает. Done and done. What else? Здесь нужен Дэниел Крейг. You will put your clothes back. Поскольку я вот как знаю, когда она приказывала, мол, типа, освободи меня от наручников и оставь дверь открытой, в костюме штурмовика был Дэниел Крейг. То есть такой вот скрытый камера. Я имею в виду пробуждение силы. Fascinating technology. Does it come in black? Бывает. No, but it comes in green. И красного. И вообще все цвета радуги, по-моему. Его нельзя убить. Now prepare to be sleepy hollow. Его нельзя убить. That actually worked. You are the ultimate hero. I'd like to celebrate. Ну не, ну не ультимейт, а скорее он бессмертный. It's called the torso. Он бессмертный. Beam me up real slow, Scotty. So while my limbs are regenerating, how about we pass the time by you explaining to me what the hell was this all about? In time, all will be revealed. Before then, something else is needed. For as I'm sure you know, a hero is only as good. As the villain. Que pasa? Arise, warrior. The battle is about to begin. Who's your daddy? Правда, есть одно маленькое-маленькое но. Лучшим злодеем во второй части станет Харли Квинн, увы. А потом будет финальная битва, в которой победят все и злодеи, и герои, и они создадут вместе одну вселенную. И потом еще покажу парочку других арен, в которых там есть мультики, аниме, хлопья, в которой победил Капитан Кранч. И, по сути, все. Вот такая вот первая часть. Сегодня в этот раз решил обойтись без перечислений, как вы любите, как говорится. На этом все, дамы и господа. С наступающим.